такие, как может быть, киски дворы. Угу. Только луцкие круче, видишь, они разговаривают. Вообще класс. Да, в Луцке все круче, чем в Киеве. И Порошенко у нас нету. О, знаешь, правильно. Знаешь, для кого рыба? Для пеликана. А тут, кстати, по территории, когда заходил пеликан. Там что есть пеликан. Угу. Это корм для птиц? Я в шоке. Я в шоке. Посмотри, какой сыр лежит. Да, вот так вот. Хунта проклята, короче, кормы. Мы, бачишь, мы сыр не уничтожаем, мы их просто отдаем курям. Вот это диета. Да. Но такой сыр, блин, это же дорогой продукт. Ну, так вот кушают птички в Луцком зоопарке. Дай бог каждому москалю. А мы тут хлебушек принесли. Наивные. Нормально хлебушек. Хлебцы ему голова. Ну что, красиво? Офигенно. Самое главное, никому это нахуй не надо.